Главная новость дня – выпавший в начале октября снег. Сегодня утром город укутало белым покрывалом, а затем дороги превратились в каток. Из-за гололеда водители с трудом добирались до работы. Ажиотаж в шиномонтажных мастерских. Автолюбители выстраиваются в очередь, чтобы сменить резину. Это утро, да, звонков много, ну, народа паника, дороги скользкие. Переобуток где-то машин 8, наверное, уже. И записано еще машин 15 примерно. Правда, есть и те, кто шины менять не торопится. Говорят, пока рано. Нет еще. Почему? Ну, интернет пока шепчет, еще будет тепло. Переобулась вчера. Я знала, что такая погода будет. Ну, пока нет. Ну, вот неожиданно сегодня. Ну, сейчас переобуваться, завтра будет тепло плюс уже. И днем, и ночью плюс. Я прогнозы посмотрел. Ну, посмотрим, но если будет такая бег, придется переобуваться. Не обошлось сегодня без заторов и аварий. Количество ДТП увеличилось в два раза. В первой половине дня сотрудниками ДПС зарегистрировано 15 дорожных происшествий. Основные причины – несоблюдение дистанции и скоростного режима.